Потом 7. Елене, под себя. Я с Москвы, из города Москвы, приехал в гости учить. Чем занимаетесь? Студент? Учитель? Да, студент. Где учитесь? Поступаю. С кем проживаете? Мама, сестра. Восстановился на учебу сейчас, пойду зимой. С кем живете? С родителями. Понимаете, за что задержано? Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области совместно с следователями следственной части Межмуниципального управления МВД России Иркутская в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу, возбужденному 23 августа текущего года по статье 186 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, это изготовление, перевозка, хранение, сбыт поддельных денежных знаков. Значит, были установлены трое граждан 97-98 годов рождения, значит, местные жители города Иркутска, которые сбывали на территории города Иркутска, Ангарска и Республики Бурятии фальшивые денежные знаки. Санкция настоящей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия на установление всех обстоятельств совершенного преступления.